Ах, ну что, дорогие друзья, такие немножко технические вопросы. Ах, эти чакры. Мужчина уже там занял. А, куда он делся-то? Только что был, исчез. А, нет, машина подъехала. Мужчина уже занял там позицию. Уже занял позицию. Так что вот. Ну что, двинем сюда трон. Ах, нужно еще одеть сапоги. Или те, другие, президентские, или эти. Потому что такие у меня штучки. Вот эти. Сейчас Татьяна Соломановна оденет сапоги, убавит воду. Ах, сделает такой макияж. Такие немножко технические моменты. Татьяна Соломановна занимается уборочкой. Уборка. Плечики назад, грудь вперед, спинка прямая, как у балерины. Ах, живот втянуть, но это надо. Ах, я такая оргазмическая. Ну что, туда? Сейчас я убавлю там воду. Нужно одеть часы, там еще это пишет, еще нужно макияж. О, сейчас Татьяна Соломановна еще сделает макияж. О, Татьяна Соломановна сейчас еще сделает макияжи. Где моя книжечка? Ох, я такая. Ох, мужчина уже 30. Ох, эти благодарные зрители. Кошечка гуляет. Мужчина занял уже эту позицию. Ох, мужчина уже занял. Ну, у него такой в первом ряду. Эти у него, знаете, такая вот типа танцуй. Мужчина, представляете, я там даже вот там вот не стала для этого в этих вот танцевать. Он мне сказал танцуй. Понимаете, а вам даже практически видно, как Татьяна Соломановна тут вот это вот танцует. Такой вообще, вот это он занял эту позицию. Конечно, не для него танцует, просто он там единственный зритель, короче, в этой кепочке. Ох, да, такая красивая девочка. Плечики назад, немножко такие эксерсайзы. Ох, немножко такие эксерсайзы. Эти чакры. Эти супер чакры. Как это получается? А, немножко нужно что-то такое сделать. Призакрыть. Картину я туда, немножко двинула туда картину. Ну что, Татьяна Соломановна занимается уборкой. Занимаюсь уборкой в моей квартире. Надо еще посмотреть, как это... Что-то здесь немножко не то, сколько сейчас времени-то, времени сколько у меня эти. Ну ладно. Так, как у меня здесь я писала? Такой форзац. А, это нужно туда. Ну хорошо, нет, нужно, знаете, вот это вот посмотреть.
Давайте сначала посмотрим вот это вот. Живот втянуть, живот втянуть. Татьяна Соломановна сейчас будет мыть, сейчас буду еще балкон мыть. Так что вот у меня еще балкон не мыт, и вообще половина квартиры. Я только помыла, только половина квартиры. А творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли. Татьяна Соломановна, Мактум, Сайфудин. Сайфудин. Плечики назад, грудь вперед. Так что вот, сейчас еще сделать нужно макияж, чтобы передавать эти иу-иу. Да. Просто уже смотрю мои форзации, мои книжки. Немножко как-то вот так вот, да? Форзации моей книги. Читаю. Я немножко не так написала. Идите смело, ибо вы могущественны и можете все. Вас ждет достойная награда и процветание. Как же я хотела сказать, так. Вам подвластны любые дела, вам подвластно все, вы избранный, для вас нет ничего невозможного, верьте в себя. Так. Вы достойны богатства и процветания, поверьте это, вы это поставьте цель, докажите себе и всем, что вы могущественны и можете все. Я написала это немножко по-другому, просто я сейчас хотела, знаете, вот это сказать. Татьяна Соломановна Мактум Сайфудин, такое написала в моем лайф-джорнале, что, знаете, создатель неба и земли смотрит и думает, когда вот Татьяна Соломановна почувствует силу, почувствует свое могущество и начнет действовать. Чтобы стать процветающей, как я написала в моей книге, почувствует, что она сможет все. Вот такие вот дела. Восемь минут позитива со мной, Татьяна Соломановна, Мактум, Сайф.